Тысячи человек съехались в швейцарскую деревушку Апрос, чтобы посмотреть на коровьи бои. Почти 200 буренок скрестили рога в борьбе за титул королевы из королев. На арене коровы сталкиваются лбами и бодаются до тех пор, пока одна из них не встанет на колени или не отступит. Первые состязания состоялись здесь в 1923 году и с тех пор стали традицией. Каждый год события привлекают множество фермеров и зрителей. Хозяева относятся к подготовке своих рогатых питомцев очень серьезно. Победительница, помимо титула, получит новый колокольчик. Они тренируются точно так же, как спортсмены перед Олимпийскими играми. Наша цель – победа, но до нее пока далеко. Тем не менее, надежду мы не теряем.